Нам нужно в дом, отвечаю. Пойдем, вот дом, ребят. Дом, видите? Сверху падает зомбак, сзади тебя. Бля, вы знаете, где дом? Во, они прям по крыше. Го в дом, быстрее, го в дом. Братан, у меня Хасан просто кушает. Да похуй, братан, надо в дом, быстрее. Меня пизда, ебать, нас съели. Тебя сожрали? Да, братан. Хуй на вас, я дверь завариваю. Вот есть в доме, алло. Хуй на вас, я дверь завариваю. Идите нахуй, тут, блядь, занят. Из камышей вылазят караси ебаные. Не видно нихуя. Нихуя их тут, Вася, в ряд выставишь. С камышей прут, Вася. Это караси, я знаю их. Принимаем тут их, братан. Все, сели, ребята. Сели! Жаба! Как стать? Ебало жаба гадюку, давайте, ребята. На лугу, блять, брат. 300 спартанцев, ебаный. Клинтыст тут просто. Клинтыст вот и. Ебать ад, я гранату ебанутого. Ого, Вася, зашел. Это наш похрен ебаный. О, Вася, его лысый принимает его. Жуки ползут просто. Вивер ползет. Вася, там баба была с негрозиющему централу. Вот это. Дай мне чизбургер по-братски. Ебать. Пацаны, тут сейчас будет, короче, это, походу. Я гранаты туда захуярил. Вася, они там прошли, слышишь? Ой-ой-ой. Он ворвался просто на мужика. Пацаны. Там борщ просто. Надо из огня выйти, походу. Держим позицию, держим. Ребята. Я уколю тебя, Али. Я уколол сам себя уже. Я тоже надо уколоть. Так, сейчас уколю. Там дредыч ползет, Вася, все. Пацаны, я разведчик, который светит, короче. Тёлка. Неплохую инфу. Ой-ой-ой-ой. Снизу хуй ползет, отлично. Блять, пацаны, ну тут тесно, ебаный урод. Ну тут можно хуярить с балкона зато. Бун, забегай к нам, похуй на тех. Вася, тут двери заварить можно, слышишь? Тут я вам говорю, я с балкона, короче, буду тут. Ситуации разбираться. Еще один балкон есть, я нормально тут сейчас. Все в порядке у вас? Да, Вась, я тут дверь заварил. Нас тут примут, говорит? Ну хуй знает, братан, могут и не принять. Я заварил дверь, слышишь, я могу ее подержать. Да, блядь, ну смысла не держать, а нужно, погоди, а что тут на этом этаже? Ебать они дверь, Вася, распиливают, охуеть жестко. Да ладно. Угу. Я, Вася... Пацаны, ну, го наверх, Вася, отвечаю, быстрее наверх. Пизда, блядь. Там пизда, да уже? Там пизда. Ой-ой-ой, братан. Гарбл, да не... Ебать, отпустите меня. Гранаты, Вася, все хуйни туда накидываем, фарша, братан! Вася, колю типа, колю. Подлечивать не проебывайтесь. Я уколю, нормально. Ва-ва-ва, сэвить! Нас пилой, гранату, пацанчик, ебашу? Хорошо, еще две есть. Все нормально, я врач. Пацаны, я с балкона пошел отстреливать. Я в окно там хуярил. Ебать, а что меня выкинуло? Братан, я одному голову отстрелил, он не видит, где дом, ушел в другую сторону. Нахуй, давай наверх. Ебать, так это тактика неплохая. 160, пацаны! Пацаны! Все наверх! Пацаны! Наверх, Леша, наверх! Как, Вася, ступеньки! Быстрее! Вася! Ебать, да он огненный. Он хуй клал на нас, по-моему. Еще один. С пилой, Вася, крошит Альберта. Пацаны, помогите Альберту. Пацаны. Меня распидорасило. Ребятки, это коровник, ебаный стыд. Коровник, пойдем? Пойдем в коровник, похуй. Я автомат купил. О, братан, смотри, что есть у меня. Ну-ка, блядь. Чё, запиливаем одну или нет? Вот топорик нормально. Пацаны, давайте, я тут постою. Нормально. Запили... Лол, что это такое? Вася, что это такое? Меня кикнуло. An admin of the server has banned you, блядь. Ах ты хуерыга. Ах ты пидор, блядь. Ах ты пидор. Вы были кикнуты из-за вашего маленького левела. Что, блядь? Сука. От гандон.
Ну ладно, ребятки, го новый какой-то тогда. Это пидор, это хозяин коровника был, я его знал. Выгнал нас, сука. Говорят, Вилат тебя и тут нашел. Коровники, бля. Я ребутно, короче, у меня какой-то там баг. Это не спасет тебя. Ребята хуй знает, где лестница, честно. А если здесь нет лестницы? Лестница, вот-вот-вот-вот-вот, норм. Поехали. Я в окно. Там патроны лежат, где надо. Нам что-то. Да-да-да. Перемещай пизду, ползи. Вы тут же сидели, кстати, помните? Тут хуёво было, ребят. Бля, буду тут плохо. Да? Даник, не ходи туда, братан, мне страшно за тебя. А это, подожди, один вход или есть еще? Да, один. Вот этот, получается, только. Может, заварим дверь, Даник, чтобы подохуел там? Давай. Давай. Даник, братан, наберешь, ёбаный в рот. Пока, Даник. А он как вчером её пилим. Вон, поехали. Давайте откроем, парни. Бля, а как распилить? Я не помню. Правой кнопкой можно? Правой кнопкой попробуйте распилить, можно? Да хуй знает, ножом можешь почикать. Да, правой кнопкой, распиливайте ее нахуй, спасайте Даника. Не, мы его кинули, а сейчас спасать его, ну это... Ну похуй. Даник, брат, ты как там? О, ебать! Пацаны, го наверх! Даник, возвращайся! Даник еще, кстати, живой. Но он съебывается от них, го наверх! Данику пизды дали, ребят! А кто в оплату идет, пиздец? Пацаны, тут надо, чтобы кто-то светил, то ворот ебал. Искать гранаточек, алло. Пацаны, надо, чтобы светил кто-то всю эту хуйню. Да тут, по-моему, не надо, тут свет есть. Так, и первая поехала. Ебать, это кто? Это что? Пацаны, стреляйте, он взорвется нахуй сейчас. Блядь! Сука, пизда. Уяри в него, по-братски. Хорошо. А чё он не лопнул? Это босс. Нужно бежать. Пиздец, как быстро, ребят, до магазина. Во, да-да-да, 200 метров, это на самом деле бэт. Пацаны, с боссом я хуй знает, по-моему, не прокатит эта тема в дом залезть. Мне кажется, он будет только рад, если найдет нас в одном месте всех. Ну, никто не отменял Вавик. Даника закину туда. Жертву, ёбаный в рот, Даника. Посмотреть, что будет. Даника в жертву принести. На самом деле, мы, по-моему, не успеваем. Или я ошибаюсь? Бля, ну хуй знает. Если мы не успеваем, то дела очень плохи у нас. Я предлагаю прятаться. Я её списывал где-то. Я предлагаю прятаться по, блядь, норам. Просто заваривать все двери нахуй. 70 метров, 15 секунд. Ну я успел, 30 метров, да. Мы успеваем. Там патроны в доме, если кто-то не успевает добежать. Ну это я, значит, не успел. Даник, блядь, один успел, сука, блядь, Даник, мрать. Не блочь, а блочит, бедрила, смотри. Сука! Что-то. Пацаны, я всей хуйни купил. Я купил тоже. Я патроны спиздил в доме. Пацаны, вот этот парень, короче. Это мой друг. Ребят, ситуация следующая, ребят. Просто, блядь, хуй знает, бежим куда-нибудь вместе. Дом, нахуй. Даник дверь хотел заварить, да хуй тебе, блядь. Пацаны, погнали наверх, похуй. Куда-нибудь, я не знаю. Или завариваемся тут, давайте тут похуй его примем. Тут, по-моему, узко слишком. Ну, блядь, я не знаю, может как-то в него... Даник уже гранату нам ебашит, слышишь, кидала, блядь. Как дверь закрыть, ебаный в рот? Заваривайте ее нахуй. Значит, если он зарулит сюда к нам, у нас как бы тут замуровались, типа. Витян, PTV полкил, знаешь. Пацаны, он ломает, такое? Походу, дверь. Мы как замуровались, качественно или не очень? Пацаны. Это, походу, он и ломает. Где ломает? Не ломает. Не ломает. Вот заварим. Заваривайте пожестче. Может просто будем стоять и заваривать просто все вместе, всей бандой. Блять, ну он хотя очень. Хотя чую, что он с одной тычки это все замает. Опа, бабосы. Пацаны, а что в окно? Давайте заваривать все вместе. Давайте в окно кто-нибудь смотреть 12. Просто. Пацаны, давайте в окно смотреть, кто первый заметит его, все будет в порядке. Я правильно понял, что если заметишь, его надо уебывать сразу, да? Нет, надо разваривать двери. И Alt-F4 делать, да? Кто, блядь, суету наводит, ебаный в рот? Бабосы кидает кто-то. Это суету наводит. Пацаны, он постучал в дверь, мне кажется. Разваривает, Даник отворил. Нахуя он это сделал? Заваривай. Я завариваю, да. Помогайте. Ебать, он где-то рядом... Ой-ой-ой! Ебать! Сквозь дверь меня уебал! Ебать! Ёбать! Даник один остался живой.
Даник, сиди. Видите, сиди с Даником. Ебать, он смешно бежит. А Даник-то шарит, короче, он разменит. Ой-ой-ой, братан. Что такое, Даник? Иди сюда, Виталик говорит тебе. Ебать. Очень плохая музыка, ребят. Он меня съел сквозь